Всем-всем-всем привет, дорогие друзья, всем привет из Канады. Сегодня я снимаю из нашего канадского магазина. И вот прямо я сразу начинаю вот с таких вот новогодних нарядов. Все-все, сейчас все магазины, это бренд Dex. Здесь такой мультибрендовый магазин. Здесь имеются все всякие разные компании, здесь продают свои изделия. Так, вот платится $329. Если это действительно вот этот вот бренд, вот этот Dex, то он вообще не очень дорогой. Я не знаю почему. Может быть, это просто здесь надпись, а на самом деле... А, давайте посмотрим. Да, конечно, это другой бренд, какой-то Eliza F. Кстати, очень красивый, симпатичный такой платье, жакет, платье-пиджак. Вот есть такие, значит, просто с пайетками. Я вообще не собиралась ничего крисмасного сейчас снимать, просто я сюда пришла, а тут вот это вот все, вот такое вот, 250, и вот такое вот. Ну да, сейчас, конечно, у нас все в этих блестках. Ну, знаете что, еще месяц больше, и это все прекратится, так что уж потерпите, пожалуйста, мои вот эти вот съемки. Но я сейчас перейду к чему-нибудь более носибельному. Вот опять бархатно-зеленое бархатное платье, очень красиво скроено. И рядом такое платье деревенское в цветочек. Вот такие всякие платья. 220 Evernew Melbourne, типа австралийский бренд. Все вот зеленое, все в таких оборках, конечно же, все мятое. В общем, много тут всякого бархата разных. Вот компания Dex платье, вот то, что там было написано. Вот оно 89, они, конечно, намного дешевле, бархат. Ой, что же оно так пищит, звонит, боже мой, что происходит? Тихо, вы мне мешаете снимать. Еще зелененькое платьице. Смотрите, как интересно. Вот красивое какое платье. Здесь, конечно, много сейчас всего такого праздничного. Это, знаете, все вышивка. $180. Вот просто обычный фасон. Но вот эта вот расцветка, это все вышивка на сетке. На такой. Очень интересно. Очень симпатично. И, в общем, конечно, много всяких бархатов, сарафанчиков. Вот такие платьица, сарафанчики, цветочек с бархатной лентой. Вот платье какое-то все кружевное. Тоже такое платье-жакет. Все сделано из кружев. $204. Аделин Рэй. Какой-то вот такой бренд. Я их всех не знаю. Но у нас очень много всяких здесь компаний продается, которые такие или какие-то... канадские или какие-то американские бренды, в общем, такие мало, не очень широко распространенные, но тем не менее вот они имеют место быть, и все это продается в нашем канадском магазине. Вот прям такое кружево, прям как штора, черная только шторка, внизу бежевая такая подкладка и вот такой вот написано, что, видите, его нельзя вернуть, это платье, если после того, как будет снята вот эта этикетка. А эта этикетка находится снаружи, то есть на правой стороне. То есть вы не сможете вот так вот одеть его с этой этикеткой. Это делается для того, что очень часто нарядное платье, которое можно один раз надеть на какую-нибудь свадьбу, там на партии, их покупают, надевают и потом сдают. Да, в магазин. Относят назад, получают деньги. И чтобы этого не происходило, они вот так вот, вот такое вот делают условие. Вот это платье все с выдранными пуговицами, вот бархатный сарафанчик тоже. Она так фривольно оперлась на подружку свою, при этом почему-то у нее черные руки, а сам манекен белый. Да, фантазии. Юбочки с блестками. Так, я все, ухожу отсюда, я пойду в нормальную одежду, потому что я не собиралась тут вот это вот все снимать. А хотела найти что-то интересное, красивое, вам просто поснимать, показать. Вряд ли я сегодня буду что-то примерять.
меня нет времени просто, девочки, в следующий раз. А пока вам просто поснимаю, попоказываю вот всякие зимние наряды разные. Не только зимние, здесь всякие есть. Ну, конечно, от блесток от этих никуда не уйти. Они прямо прыгают на меня. Все эти блестящие наряды. Пойду поищу что-то красивое и буду вам снимать по мере поступления. Кстати, бренд этот River Island. Видите, он так называется. По-моему, английская компания. Смотрите, какие интересные брюки. Вот здесь с вышивкой такой. Брюки карго с вышивкой из дракона. А что, вышивка снова вернулась в моду? Или это просто так они что-то такое нафантазировали? Вот он так называется. Видите, River Island. Вот этого же бренда платье вязаное, $112, вы знаете, это не так много. Я почему-то думала, что этот бренд намного дороже. Может быть, это сейл. Возможно, что это цена на распродаже. Посмотрите, какое красивое трикотажное платье. Ну, на худенькую девочку, конечно. И вот есть такое же в бежевом цвете. Ой, упала. И такое же в черном. Вот я, значит, набрела на отдел. Я уже здесь когда-то снимала. Посмотрите, видите, здесь Max Mara Weekend. Продается одежда Hugo Boss, такая подороже немножечко, более такая, ну, скажем, не масс-маркет. И вот всякие вот такие вот симпатичные. Тельняшечка за $225, Max Mara Weekend. Знаете, она очень-очень симпатичная. Мало того, что она тельняшка, она еще с такой смешной картинкой. Это русалка с какими-то, с этими морскими канатами. Здесь вот немножко вышивка. Здесь какая-то... А, вот написано, это Weekend написано буквами вышитыми. Очень симпатичная вещь. Так, что у нас здесь? Здесь у нас платье. Тоже Max Mara Weekend за $425. Ну, платье обычное, я бы сказала. Ничего особенного. Трикотажное в клеточку. Хорошо сшито, видите, аккуратненько. Все вот эти вот складочки. Все так хорошо сделано, но ничего такого особенного. Платье в полоску. Тоже тельняшка. Тоже симпатичная, за $575. Сейчас я посмотрю, чего оно сделано. Мне просто интересно, просто ради, как бы, ну, просто интересно. Кстати, состав хороший, поэтому, может быть, можно как-то оправдать цену. 48% шелк, 26% шерсть и 23% полиамид. И поэтому $575 все равно, конечно, но ладно, хотя бы состав неплохой, симпатичное. Но, в общем, на вид простое обычное платье, очень приятное на ощупь. Конечно, хорошего качества. Что у нас тут еще есть? Max Mara жакетики. Совершенно такой классический приталенный жакет. Цены не вижу. И вот такое платье за $450. Тоже такое классическое строгое платье. В офис, на работу ходить. И вот с этим вот жакетом, наверное, это типа можно сделать их комплектом. За 450. Еще какие-то вот такие платья. Тоже Max Mara Weekend. Тоже совершенно обыкновенные. Даже неинтересно. Так, вот очень красивая тоже юбка. Кстати, тоже Max Mara Weekend. Посмотрите, какая трикотажная плиссированная юбка. Интересные расцветки. Она как будто бы сшита из двух кусков. Половина, видите, такой расцветки и половина вот такой. А сзади, видите, вот так вот она выглядит. То есть она сшита. Почем это? Прелесть. $495. Вот прям торчит этикеткой. Давайте сразу посмотрим на состав. За что такие деньги хотят. Сейчас, подождите. Так, 50% шерсть, 50% акрил. Ну, будем считать, что хороший состав за 500. Свитерочек же Max Mara Weekend. Или это... Max Mara не Weekend. Не знаю, видите, здесь Max Mara Leisure. То есть Max Mara для отдыха, так скажем, да? Ну, вот это вот чистая шерсть. И цену 510. Кстати, очень подошел бы этот свитерок к этой юбке. Видите, как по цветам очень подходит. Свитерочек тоже обычный, чистый шерстяной. Цена как крыло от самолета. Вот такие юбочки, чисто шерстяные, за 350. О, дешево что-то. Вот такая в клетку короткая юбка.
Это все у нас на подкладочке. Это все Max Mara Weekend. Вот такой свитерочек Max Mara Weekend. На ощупь вообще не шерсть, но не знаю, стоит 435. Ну, наверное, в нем какая-то шерсть есть за такую цену. Хотя вот эта вот ткань такая буклированная. Ну, наверное, какую-то шерстинку туда добавили. Так, что у нас здесь? Это не знаю, как это, костюм вельветовый. Красивый. За 150. Но это видите, это не вот эти вот, не лакшери, скажем так. Потому что вот это вот уже Hugo Boss у нас. Почем жакетик? 575. Черный жакет, приталенный, красивый. Очень хорошо сшит. Смотрите, как красиво сделан, простроченный. Вот такие же есть. Вернее, не такие же, а тоже Hugo Boss. Вот такого вот цвета. 298, подешевле будет. Вот такого цвета персикового. Он, видите, вот сейчас вот отражается цвет персикового цвета. Довольно симпатичный, причем у него сзади на спине вот такая вот нашивка Hugo. Это надо снять или это так и должно остаться? Я не уверена. Еще жакетик Hugo Boss за 595. Красивый в клетку жакет. И вот такой вот жакетик под шанельку за 398. Тоже Hugo Boss розовенький. Так, это бренд Gani. Это такой полулюкс. Ну, как бы, в принципе, это дорогая компания. Этот жилет на сейле за $206. А сколько стоил? А, стоил 295. Вот здесь, видите, написано Gani. Вот какие-то зеленые брюки. А вон, пойдемте посмотрим. Посмотрите, какие интересные брюки. Тоже на сейле 327. Типа тоже карго, вот они на манекене надеты. Мы сейчас с вами их рассмотрим. И симпатичный такой вот свитерок на ней. Вот они, брючки. И вот такой вот очень симпатичный пухнатенький свитерочек с бантиком. И у него сзади написано, видите, Gani. Бренд нарисован. Это какие-то еще тут летние лежат, какие-то сарафаны, тоже, наверное, Gani. А вот помните африканские страсти, я вам примеряла. Вот, это они же все еще. Я вам такого типа примеряла эти юбки, платья. Помните, были очень красивые платья. Вот, кстати, по-моему, такое вот я примеряла. Оно до сих пор здесь висит. Интересно, они вышли на распродажу или нет? Нет. Я вижу, что цены по-прежнему... Цена по-прежнему не на сейле. Тогда мне очень понравились они. И вам очень понравились. Вот это вот я очень помню. Мне прям очень понравилось это платье. Видите, они почему-то их не выпускают. Помните, вот это вот я примеряла, но почему-то они не распродают их. Что-то я не вижу цены. Сейчас поищем. Вот. Нет, 331, никаких сейлов, потому что это какое-то штучное производство, поэтому на них нету распродажи. Вот смотрите, как они к празднику, она сшила вот такое вот тоже цветное платье и сверху вот такую вот праздничную деталь добавила. Помните, вам показывала, это африканский дизайн. Девушка живет в Канаде, но она корнями из Африки, она шьет вот такие вот интересные вещи. Очень симпатичные кашемировые свитера, 100% кашемир, они из разных расцветок. Ну, собственно, вот есть однотонные, есть вот такие в полоску. Почем они? Что-то цены я не вижу. Сослепу или слепая я, или не вижу цену. Так странно. А, 195, вот, $195. О, боже, сейчас начнет все пиликать. Чтобы мне мешать. $195. Вот они есть зеленого цвета, есть вот такой вот расцветки, есть вот такой розово-серый, очень красивый. А, и вы знаете, они обычно к Рождеству выходят на распродажу. Почему-то пока что нет. Видите, все кашемир, какие они приятные. Выходят на распродажу, потому что это отличный подарок, замечательный подарок. Вот это мерина, шерсть мериноса.
жакет. Вот. Мерина. За непонятные цены. Вот какие симпатичные платьица у нас тут за $135. $135. Той же компании, что вот эти кашемиры. Посмотрите, какое приятное. Какой симпатичная ткань, расцветка. И такие же есть бежевые. Кстати, посмотрите, как сделано. Вот здесь застежка. И совпадает рисунок. Полностью совпадает. Это, в принципе, довольно важная деталь. Мне оно прям очень нравится. Смотрите, какое симпатичное платье. И вот этот цвет красивый. И зеленый красивый. И очень-очень приятное качество. Сейчас посмотрю, из чего оно. Эх, жалко, полиэстер. $135, а на ощупь я думала, что какой-то в нем присутствует хотя бы шелк или вискоза. Ничего, 100% полиэстер. Но красиво. Смотрите, какое красивое сиреневое пальто. Вот такого бренда. Pieces. Не знаю. Ну, есть, я это знаю. Я встречалась здесь, но я не знаю, что это. $165. Это не так уж и дорого. Посмотрите, какого красивого цвета. Вон есть такое же бежевое, а есть вот такое сиреневое. Ах, какой красивый цвет, лавандовый, просто потрясающий. Просто очень красивый цвет. И цена не смертельная. Но качество, наверное, так себе, не очень. Не знаю, если честно, потому что на вид оно не производит впечатление. Уж очень хорошо сшито, вот так средненькой паршивости. Так, опять на меня прыгают какие-то бархаты зеленые и какие-то люриксы зеленые и сиреневые. А что у нас? Так много зеленого в этом году. Что, надо Новый год встречать с зеленым? Посмотрите, какое красивое платье зеленое. Все драпированное, плессированное. Снова мы попадаем в объятия блесток. Блесток и люрикса. Или я уже здесь была? Или мы снова попали вот в ужасный люрикс. Кстати, тоже видите, вот здесь вот пришита снаружи эта этикетка. Снаружи написано, что нельзя будет ее сдать, это платье, если вот это оторвано. То есть вы никак не сможете его надеть, а потом отнести в магазин. Потому что это, о, прям была у нас большая напасть. Большая напасть с этим, потому что это прям было очень, знаете, зачем платье на один раз покупать и платить за него, например, $230. Сколько? Да, 230. Если можно, вот смотрите, вы его так надеваете. Я вам сейчас расскажу, как это делать. Вот эта вот этикетка сзади, она остается, она пришита вот к этому, и она у вас на спине. Вы это платье надели, этикетка там болтается, да? Один раз надели, никто никогда в жизни не будет знать, надевали вы его или нет. Надели, сходили на свое мероприятие. Потом вот так вот, как есть, вот с этими со всеми этикетками. Это, конечно, неудобно, там все такое, но можно потерпеть за $230. А потом взяли и отнесли назад в магазин. Так вот, фигушки, вот такая вот висит бирка, и все, фигушки вы теперь в нем куда-нибудь... как бы вы его сдадите или пойдете без того, чтобы отрезать этикетки. Вот пальто с меховыми воротниками искусственного меха. Очень модное было дело и, по-моему, до сих пор. Почем оно такое красивое? $219. Тоже не смертельно, не страшно. Но они такого качества все. Вот красивший. Подлиннее. Вот такое вот длинное. Красивый цвет, красивый воротник. А, написано, что оно 299, что в нем есть какая-то смесь шерсти. Ну, в общем, часть какая-то шерсти. Сколько шерсти, не знаю, но написано, что есть какая-то примесь шерсти. Красивый, кстати, воротник, так хорошо сделан. Элегантное пальто, изящное. Вот, снова блестки. Так. Смотрите, давайте посмотрим, это Сваровский. Украшения Сваровский. Посмотрите, какие красивые цветы, большие камни. Это у них новый дизайн, вот такой вот. Что у них сейчас, вот раньше у них были все такие меленькие, а сейчас у них вот такие вот большие, красивые. Посмотрите, большие стекляшки. Ну, кристаллы, в смысле. Какие красивые серьги. И вот эти вот с цветочками. Прям очень красивые.
очень мне нравятся, но они безумно дорогие. Они просто ужасно дорогие. Ну и напоследок сумочки на праздник. Я не знаю, что это за компания. GWP. Но тут и перышки, и блестки, и вот такая вот золотая сумочка маленькая, симпатичная, $135. Ну, вот такие, конечно, 169, которые везде сейчас есть. Есть вот такие вот темные, и есть вот такие вот прям блестящие, блестящие, красивые, прекрасивые. Все блестят, переливаются прямо. Прямо стразы, прям бриллианты. Даже вот такая, но это не совсем праздничная, а вот бархатная. Вот это тоже праздничная сумочка, бархатная, с кристалликами. В общем, вот такие малютки симпатичные сделаны. Что у нас еще тут блестит? Вот что-то такое здесь блестит. Прям блестит, блестю не могу. Вот. Ну и, в общем, много всего разного интересного. Сумочки блестящие вот такие вот. Кольчужки. Почем они? По $75. Это клатчик такой синенький. И вот такая вот на цепочке. Серебристая. За $75. Вот это прям хорошенькая. Интересно. Попыталась приложить к ней телефон, чтобы посмотреть, если влезет. У меня телефон большой. Я думаю, что влезет, если да, то с трудом. А для меня это мерило. Если мой телефон не влезает, значит, все, это для меня не сумка, потому что куда же мне его девать? Не в руках же его носить за собой. Так, это сумочки Guess праздничные. Шелковые есть такие зелененькие. Есть вот такие блестящие. Есть вот такая розовенькая, черная. И вот такая вот торбочка. Торбушечка за $125. Шелковая. Такие же есть серенькие шелковые. Хорошие. Ну, в общем, вот такие вот сумочки. И я думаю, что на сегодня мы с вами будем прощаться. Я думаю, что вам понравилось. Вы получили хоть какое-то небольшое, но удовольствие. Отвлеклись, развеялись, посмотрели. Так, здесь что-то летнее вообще. Ой, здесь вообще какие-то рюкзаки. Я совсем сюда не хочу. Хочу во что-нибудь красивое. Короче, развлеклись, отвлеклись. Получили небольшое удовольствие, хоть чуть-чуть. И я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что мы с вами встретимся совсем скоро. В следующем видео, в новом видео. Опять про что-нибудь приятное, симпатичное, женское, веселое. А на сегодня все. С вами была Цита из Канады. Всем пока, бай-бай.